хочется немножко рассказать о дворце Броницких, о дворца, точнее говоря, даже не от самого дворца, а только лишь от места, где принимали гостей, а точнее говорится, от женского корпуса гостевого, осталось вот это здание. Дворец был построен в 1856 году. Эту информацию о постройке мы можем узнать из польской газеты, когда некоторые поляки жаловались о том, что Броницкий взял архитектором, не могу точно сказать кого, это не указано, но не поляка. И некоторым шляхтичам эта ситуация не очень нравилась. Корпуса были построены гораздо позже. Основная часть этого одноэтажного здания была построена, что являлось дворцом. Здесь до этого раньше стояла экономия Броницких. Вот, я так понимаю, что это здание строилось, маленько перестраивалось. И здание, вот эта часть, которой сейчас, к сожалению, нету, существовало до 1919 года. И существовало именно в плане целого, ну, нормального, говорится, здания. Сам дворец проходил, можно сказать, фактически полукругом. Вот здесь, где у нас вот качели проходят, и буквально где-то до слоника, был сам основной дворец. Это было одноэтажное здание. Дальше шел второй корпус, такое же двухэтажное здание, хотя здания были не совсем симметричны. И они отличались, два гостевых здания, говорится, то, что мужская часть, скажем, для мужчин и для женщин, внешне они отличались. Но, как мы видим, большая часть, к сожалению, не сохранилась. Сохранившаяся часть у нас полностью перестроена, переоборудована. Двери уже располагаются не так, как они располагались раньше, по крайней мере, одна из них добавлена точно. Ну, а в части своей здания, ну, если не считать общий вид, а саму конструкцию,
Ну, сохранилась целиком, плюс добавленная часть, с той стороны часть музея, которая была достроена уже в советское время. Потому что в 19-м году были определенные погромы, был пожар, где оно сгорело. Ну а впоследствии, я думаю, что здание было разобрано на кирпичи, на камни. И, скорее всего, некоторые объекты искусства были заблаговременно вывезены, хотя, как я понимаю, что что-то, возможно, сгорело в огне, что-то было растащено. Ну вот на сегодняшний день мы имеем, говорится, площадку, на которой происходит выступление. Дворец, как таковой, к сожалению, отсутствует. К сожалению, о нем мы можем узнавать только уже по старым картинам.